Всем привет! Сегодня будем настраивать вот такой вот прибор. Терморегулятор для теплого пола. Модели Е51716. Терморегулятор китайский. Основная проблема то, что часто он идет без инструкции. И настройка методом тыка, можно просто его спалить. В общем, настроек здесь, в принципе, две. Это ручной режим, что вот, собственно, сейчас вот он работает. То есть поставили температуру. Вот идет нагрев, значок горит. То есть температуру убавляете. Все, нагрев отключился. Есть также и автоматический режим. Прежде чем настраивать автоматический режим, нужно выставить время и день недели. Вот в режим настройки времени, в инструкции, даже если она вот есть с прибором, это не описано, как войти. Входится так, вот зажимается книжечка и стрелочка вверх. Вот установка времени. И кнопочками вверх и вниз ставим время. Так, сейчас 20:19. Вот так он уже у меня вышел. Девятнадцать. Жмем книжечку. Пошли часы. Далее день недели. Здесь 5 рабочих дней. 6-7 это выходные. Вот сегодня понедельник. Вот все, 20:19. Часы идут. День недели первый. Далее переходим в настройку автоматического режима. Жмем книжечку, держим 5 секунд. Вот здесь можно настроить 6 событий. Первое, допустим, утро. Встали, допустим, в 6 часов. Кто-то позже, допустим, в 6:30 поставим. Далее жмем книжечку, ставим температуру для этого времени. То есть мы встали, допустим, 26 градусов. Следующее. Ушли из дома в 8:00. В 6:30 встали, допустим, в 7:30 ушли. Так, температура там была 26. Здесь поставим, допустим, 20 градусов. Можно поставить меньше, он тогда вообще выключится, греть не будет. Будет экономия температуры, то есть вас дома нет. Пол. Поставим чуть холоднее. В принципе, тоже экономия. Следующее. Вы пришли на обед. Допустим, 12 часов. Температуру снова ставим 26. Можете ставить любую комфортную вам температуру. Далее ушли с обеда. В час. Температура
20 градусов. Следующее событие. Пришли домой. Здесь время только этими кнопками выставляется, часы, минуты. Ну, то есть 19 часов, пришли домой. Снова ставим 26. Следующий вечер, то есть вы легли спать. Ну, допустим, ну, 12 часов. Температуру на ночь. Ну, пусть будет тоже 20 градусов. Так, вот выходные. Здесь два события. Утро. Ну, утром. Ну, пусть 8 останется. Мы проснулись, чтобы подольше поспать. Так, температура. 26 градусов поставим. То есть легли спать. Температуру ставим. Ну, тоже пусть 20 будет. Вот, в принципе, все. Для сохранения настроек, значит, выключаем. В смысле, жмем кнопку питания. Есть здесь еще режим расширенных настроек. То есть без необходимой надобности туда лучше не лазить. Но есть там, в общем-то, и полезные вещи. То есть включается он так вот. При выключенном приборе зажимаем книжечку, включаем питание. Вот первый пункт — это юстировка датчиков. Здесь вообще лучше ничего не трогать, потому что были случаи, то есть если неправильно скорректировать показания датчиков температуры, можно спалить сам прибор, а также ваш теплый пол и датчик. Вот следующий пункт, второй, это вот как раз выбор датчика. IN – это датчик воздуха. Вот он, кстати, в самом приборе встроен. Вот это датчик воздуха. OUT – это датчик пола, который у вас в полу залит. AL – это оба датчика вместе. Ну, то есть я ставлю датчик пола. Далее следующий пункт. Ограничение температуры пола. То есть максимальную, какую вы, допустим, даже больше поставите, он выше температуры этой, которая здесь стоит, он не нагреется, выключится. Далее шаг регулирования температуры. Вот это вот стоит 1 градус, ну, можно поставить 1,5, можно 2. То есть вот я ставил, допустим, температуру 26 градусов, на самом деле он нагреется до 27. То есть вот на этот градус как раз больше выключится и будет остывать до 25, тоже на градус меньше установленного, и снова включится. Так, следующий пункт. Режим антизамерзания. То есть вот off, on, то есть выключен, включен. То есть если включить этот режим, ну, для квартиры это не так актуально, но для загородного дома, допустим, если он включен, и даже при выключенном терморегуляторе работает режим антизамерзания, то есть он, если даже регулятор выключен, но напряжение на нем есть, конечно, будет поддерживаться плюс 5 градусов температура. Следующий пункт.
Это режим программирования по дням недели, то есть задается вот количество дней рабочих, выходных. Вот здесь установлено 5 рабочих, 2 выходных. Вот. Можно, допустим, 6 рабочих поставить, или все рабочие поставить, или вообще выключено. Следующий пункт. В данной модели не используется эта функция. Эта функция тоже здесь не используется. 9. Установка максимальной температуры. Вот здесь стоит 50 градусов. Это актуально, если у вас пленочный пол, то есть он при нагреве выше 50 градусов, он просто коробится, выходит из строя. То есть вот такая настройка здесь есть. Следующий пункт. Это сброс на заводские настройки. То есть, если нажать кнопку вверх и держать ее 5 секунд, то все настройки сбросятся на заводские. Вот, в общем-то, и все. Также выключаем прибор для сохранения настроек. Вот, в принципе, все. Если был полезен, значит, ставим пальчик вверх. Есть вопросы в комментариях, постараюсь ответить. Всем пока!